на остатки мостовой и решил улыбаться. Лошади, как цирковые, садились, отдавали честь. Бертонские улицы не хотели уже называться улочками, город стал другой. Девчушка, смышленыш, деду отвечала, что больше никогда не хочет кушать копчености. Ей не подходит, ее кучит. Карлу кто-то говорил смотреть от головной боли на Луэу. После полуночи продолжил писать цветы Луэу, как снова, как последний раз зацвели. Грузный, усталый Канон отпустил в воду листочек. Последние намокали чернила. Вот она, Леша, диалектика холода. Вот мы страдаем, а у вас там на 23-0-25 эти прелести ваши. Я недоволен, Алексей, ни вами, ни миссис Дойл. Мы в своем 15-м году не хотим зимы вашей, да проблемы нашей. Сделайте что-нибудь, у вас, как всегда, вечность, Алеша. Год еще не закончился, но уже начался. Это хорошее время. Где-то с мая по август. Тут тебе детство, отпуск, выходные в лесу, у реки, за белым наливом, 2-3 юбилея и просто свадебки птиц и других уматных животных, покосы, жневье. Осенью мы, как Пушкин, несколько не в себе, но по привычке броним. Краткость жизни и неуспеваемость, хлопая ухо глазами, улетая в прозрачную тьму. У меня в прикроватной тумбочке маленький Джонни Дальтон, целый день заперти. Чехлы зубочисток, набитые пылью, карманный фонарик, часы. В замочную скважину курит и тесно ключу. По ночам я его упускаю. Он садится ко мне на ладони. Я, в свою очередь, на подоконник. И до рассвета мы говорим о красном. Как тебе объяснить? Это то, чем любят. По вечерам черный хлеб, свет беспричинный, дорожные работы, повышенный шум. Открываешь окно и видишь. Знакомых, знакомые, оставляют на свежем цементе маленькие птичьи следы.